Город просыпается, просыпаемся вместе с ним, и мы... Мне нравится тренироваться с утра, вот сейчас 7:30, а я уже иду с тренировки. Вот. И раньше мне казалось, если я буду ходить в зал по утрам, то я буду убитый сразу на весь день, уставший, как так, с утра, блин, тренажерный зал, а как же потом работать? А получилось наоборот, то есть если с утра не сходишь в зал, то весь день какой-то вяленький. Вот. А если с утра сходишь в зал, то энергии хватает на весь день и еще даже на вечер. Вот. И, соответственно, и как-то более... Ясно думается, открывается какое-то креативное мышление. Пока ты тренируешься, ты можешь обдумать все свои наболевшие какие-то вопросы, найти к ним решение. Ну, в общем, вообще офигенно. И сейчас вот я иду довольный, радостный. Утро только начинается, люди только вылазят из своих нор. Вот, а ты уже такой заряженный на хорошее, доброе утро. Уютных соцсетей прошли. В Фейсбуке появилась куча непонятного народа, который без твоего разрешения старается там добавить тебя в непонятно какие-то группы, открывают бизнес-страницы какого-нибудь кабинета УЗИ и пытаются пригласить тебя туда. А доходит реально до маразма, то есть какой-то, блин, чуть ли не подъезду в каком-то доме создают страницу, куда-то туда кого-то приглашают. И это, ну, как бы нахрен никому не нужно, не всралось. И в Фейсбуке стало сидеть некомфортно, общаться в нем некомфортно, но учитывая мою деятельность, мне все равно по работе приходится заходить в Facebook, приходится заходить в Instagram для того, чтобы делать там публикации для компаний или людей, маркетингом которых я занимаюсь в социальных сетях. Вот. И в чем вся фишка? То, что заходя туда по работе, открывая ленту Facebook, ты волей-неволей начинаешь залипать. А кто что написал? А кто что на это прокомментировал? Но когда ты начинаешь анализировать, что люди там пишут, ты понимаешь, что в принципе ты сейчас вот вляпался в говно и стоишь, и никак не можешь выйти. Оно просто очень липкое, короче, и никак его от себя вот это вот не оттереть и не оторвать. This was not a fucking regret. И это настолько, блин, уже вошло, наверное, в нашу жизнь, в мою жизнь, что вроде бы ты понимаешь, что, бля, это говно, но каждый день ты, блин, открываешь ноутбук, открываешь телефон, берешь в руки телефон и смотришь эту долбанную ленту в Facebook. В связи с последними событиями, которые произошли 31 марта в Украине, люди в Фейсбуке сошли с ума, и с 1 числа в ленте, в моей, которая, в принципе, более-менее вычищена от всяких любителей ВКонтакта и Одноклассников, от людей, которые не пишут ничего по сути, я стараюсь не подписываться на них, чтобы моя лента хоть как-то меня вдохновляла, мне было интересно читать новости. А сейчас случилось такое, что... Даже в своей ленте новости прочитать я не могу. И каждый день я захожу, смотрю, что они пишут, и отписываюсь. Но говна не становится меньше. Вот. И сегодня я, блин, решил, что Facebook, я ленту Facebook не буду читать на протяжении вот трех дней. Вот трех дней. Может быть, что-то уляжется. Но в Facebook я буду заходить только для того, чтобы ответить на сообщения, которые мне люди пишут, потому что это могут быть сообщения по работе, и буду заходить на бизнес-страницы для того, чтобы сделать публикации. А для того, чтобы меня не подрывало проверить, а не написал ли мне кто-нибудь, я настраиваю свой фитнес-трекер на
уведомления только те, которые мне нужны. Фейсбука в этих уведомлениях, кроме мессенджера, не будет. Можно. А вы думаете, зачем мне Инстаграм? Конечно, для того, чтобы вот всякие конторы предлагали мне бесплатную еду. Что тогда шашлык? Да, слушаю вас. Здравствуйте. Вы, наверное, звонили, а у меня что-то телефон заключил. Там сосед хоть и сказал. Все. А что, почему не получалось? Не, она, я не понял, что она тут написала. А, просто... все, понятно. Спасибо большое. Все, до свидания. Нормальная еда. Привозите еще. Правда, я заказал шашлык, но привезли люля. Я заказывал шашлык свиной, картофель печеный, все дела. А положили мне люля-кебаб. От Инстаграма пока отказаться не могу. Мне это привезли без денег. Вот, но тоже постараюсь не читать ленту. У меня несколько аккаунтов Инстаграм, которые я веду, они тоже все по работе, но есть два моих. Один мой личный, вот, а один мой ЛБМР по работе. Вот лента в моем ЛБМР по работе, я ее не читаю вообще никогда. Джерри посылку получил. Что, будем открывать? А лента моя личная тоже был полный ахтунг, вот, потому что путем масс-лайкинга, масс-фолловинга по целевой аудитории я старался продвинуть себя на определенный регион. А я продвинулся, я добился, в принципе, того результата, который хотел. Вот. Но получилось то, что я подписался на кучу людей, которые, мне интересно, чтобы эти люди меня читали, но мне не интересно читать их нисколечко, потому что они пишут херню и постят ужасные картинки. И я настроил сервис Инстаплюс, которым пользуюсь очень давно для работы, настроил на отписку от всех. Отписался полностью от всех до нуля. Вот. А потом стал просматривать директ, кто мне писал, с кем я переписывался. И, соответственно, таким образом там соточка сообщений в директе верхних, я понимаю то, что это те люди, которые со мной коммуницируют, значит, они мне нужны. Ну, и я этих людей знаю. Вот на сегодняшний день у меня чуть-чуть больше 100 подписок. Люди, которых я знаю, либо люди, о которых я знаю, либо люди, которые меня вдохновляют. И сейчас ленту Инстаграм мне читать прикольно, и она не отнимает много времени, потому что, там буквально, если заходить раз в день, я могу листать ее, минут, наверное, 15. Вот. А если заходить каждый час, то там, два каких-то поста мне покажет, и все, говорит, на этом все, потому что люди, на которых я подписан, не задрачивают Инстаграм публикациями одно за другой, вот, делают что-то интересное, и, соответственно, чем чаще ты заходишь, тем меньше ты видишь обновлений, и поэтому тут есть возможность
листануть ленту для вдохновения там два раза в день, утром и вечером, и этого уже будет достаточно. Я не скажу, что сейчас я прям вот так вот делаю. Я, как и многие из вас, постоянно при любом удобном случае, например, жарю картошку и вот этой вот херней занимаюсь. Короче, блин, а вдруг мне кто-то написал? Хотя у меня настроен фитнес-трекер на все уведомления. И поэтому что-то важное я не пропущу. И мне не обязательно держать телефон в руках и постоянно обновлять и смотреть. Но это уже инстинкт, это уже привычка, до которой вот я себя довел. И сейчас я хочу начать от этого отказываться.